Друзья, всем привет! Я продолжаю играть в Brawl Stars. У меня, вы же как видели, 1011 кубков. Я собираю трофеи раз, получаю награды и движусь по пути к славе. По пути к славе забрать все награды, которые здесь есть. За 14500 кубков. В прошлом видео я играл на Эль Примо. Эль Примо очень мне понравился на нем, как играть. На Эль Примо он хорошо, не знаю, мне понравился, он как ультует нормально, наносит урона много. Он играет, в принципе, в ближнем только бою. И это хорошо, мне понравилось. И в прошлом видео мы получили еще, кого мы получили? Получили Брока. Я, конечно, не знаю, как Брок играет, как он, честно говоря, я еще на нем не играл, даже не пробовал. Питание, ничего не пробовал, не играл. Но сейчас хочу попробовать на Броке играть. У нас здесь первый ранг, 0 кубков, и ничего, можно сказать, на нем еще нету, не заработал. Так что я сегодня пока буду играть на Броке, собирать на нем кубки, проходить разные испытания. Будем испытывать Брока. Так, прежде сейчас зайдем, посмотрим, что в магазинчике у нас. Так, у нас ящик бесплатный есть. Так, а что у нас есть? Так. Для Брока у нас ничего такого нету. Есть для Эль Примо, для Поко, еще для кого-то. Я их, конечно, не помню, всех героев, как называется. Ну, для таких у нас, что мы играем, нету. Так, у нас будет ящичек. Ну, мы попозже возьмем ящичек и откроем. Вдруг какой-то попадется нам мифик. Или может еще какой-то герой другой попадется. Или сверхредкий уже. У нас уже редкие есть герои. Уже должны нам попадаться сверхредкие герои. Так что такие вот дела, друзья. Я смотрю, тут еще началось новое испытание чемпионата. 0 из 15 у меня пока побед. Я пока не играл в этом. Еще не знаю, я только ознакомливался с этим. Я думаю, что я вам чуть попозже запишу видео, как я играю в этот чемпионат. А сейчас будем, как обычно, проходить новые события. Собирать кристаллы, собирать кубки. Так, у нас кто? Все, захват кристаллов. И выбираем мы Брока, играем на Броке. Ну что, погнали, друзья. Да, еще вам напомню, прежде чем будем играть, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Так что, друзья, вперед. Ой, меня забили, вообще не могу. Эль Примо меня атаковал. Эль Примо меня атаковал. Да, что он за мной ко мне прицепился вообще? Сейчас заберут мои кристаллы. У нас, правда, команда такая, где-то непонятно бегают, ходят. Да, и мы проиграем. Что-то мне этот Брок не очень, честно говоря, нравится на нем играть.
Да, и мы проиграли. Проиграли, проиграли, бой окончен. Заработали 0 кубков. Так, попробуем еще раз на броке играть. Да, пока он, я не знаю, первую эту сыграли, пока он мне не очень понравился. Да, меня уже убили. Так, я так понимаю, нужно стоять сдалека, наверное, на нем играть. Далека на нем стоять, играть, атаковать. Да, это благо еще, что хорошо, что у меня попалась такая команда хорошая, что мы победили. Потому что я на этом броке, честно говоря, не очень мне что-то нравится играть. Он, конечно, играет так себе. Так, друзья, есть у нас уже один ящик еще дополнительный будем открывать. Так, сейчас у нас одиночное будет. Я не знаю даже, как я буду играть в одиночное. Я не представляю. Ну, сейчас как-то будем пробовать играть. Потому что брок... Он уже меня, он... Атаковали, а я еще даже ни разу не выстрелил. Да, вот и все. Вот и поражение. Вот и поражение. Я что-то непонятно что нажимал. 7-е место, 2 кубка. Так, парное. Играем в парное событие. Так, это у нас оба, Эль Примо. Я с тобой не хочу пока играть, встречаться. Так, меня убили, я возвращаюсь через 12 минут. Я думаю, что нашу команду сейчас убьют, потому что, да... Потому что мы вдвоем на броке, а брок себе такой. Такой себе боец, на нем нужно уметь играть. Я на нем пока играть не умею и не понимаю. Честно говоря. Он мне не очень подходит. Я расстроился. Вы знаете, друзья, это для меня пока, наверное, самый какой, не знаю, не есть, что мне не понравился...
не понравился герой. На нем, наверное, нужно постоянно стоять где-то издалека, в защите. И... Да, мы забили гол, и это хорошо. В защите где-то нужно стоять и постоянно атаковать, прикрывать. Да, мы забили второй гол. Это благо, что у меня хорошая вот такая вот команда попалась, что мы, как говорится, раз-два и забили гол. Раз-два и забили гол. И мы победили. И мы победили. Так, что у нас? Броубол. Так, еще награда за поимку. Играем еще награду за поимку. Так, что-то у нас связь плохая. Интернет плохой, скачет, прыгает. Ай, ну что это такое? Почему у нас плохая связь? Да, вот этом вот событии я смотрю нормально играть. В этом событии хорошо играть, потому что ты издалека стреляешь и собираешь звездочки и убиваешь. Так, друзья, у нас уже два ящичка есть открывать. Так, ну что, сыграем еще раз в одиночное. Нам нужно любой ценой победить и выиграть. Нужно нам все-таки играть, сыграть на броке хорошо. Да, это у нас Роза была. Роза была. You gotta be kidding.
Так, мы очень хорошо и вовремя ультанули на нем, что мы его уничтожили. Так, интересно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я занял второе место. Я занял второе место. Да, вот так вот мы сыграли на броке. Сыграли, можно сказать, во все испытания. В эти испытания будем играть в другом видео. Я другое видео запишу, так же самое в роборубку. У меня есть 29 билетов и испытания чемпионата Бравл Старс. Я даже не знаю, друзья, кого выбирать, на ком играть. И что там нужно будет делать. Друзья, ну, что я вам скажу, могу сказать про Брока. Брок мне не очень понравился, я не знаю. Наверное, я все-таки на нем буду играть меньше всего. Потому что не могу понять, как на нем играть, как на нем нормально. Ну, как, понимаю, как ультануть, там еще что-то сделать. Ну, как на нем толком играть, я не могу понять. Так, у нас же еще остался бесплатный ящик в подарках. И еще два ящика у нас. Сегодня в этом видео мы откроем три ящика. Так что, друзья, прежде чем мы откроем ящички, прожмите лайк и подпишитесь, пожалуйста, на этот канал. Я вас очень прошу. Ну что, погнали открывать ящички. Так, сначала заберем подарок. Откроем ящичек, что нам интересно выпадет в подарки. Так, на раз, два, три. Открываем ящик. Так, раз, два, три монетки, очки силы для Пока и очки силы для Барли, и все, у нас больше ничего нету. Ну и откроем еще два вот этих ящичка. Также монетки, очки силы для Розы, очки силы Джесси, и еще остался один какой-то бонус, и бонус умножитель жетона у нас. Так, и открываем последний ящичек. Друзья, давайте прожмем лайк, чтобы выпал какой-то мифик. Раз, два, три монетки. Да, в следующий раз выпадет обязательно. И очки силы Шелли. Так, ну что, все мы сыграли на броке, открыли ящики, заработали буквально 34 кубки. Вот я вам для сравнения, вчера я играл также первый раз на Эль Примо. Я уже на Эль Примо заработал 5 ранг и 43 кубка. А на броке 4 ранг и только 34 кубка. Так что брок мне не очень зашел, не очень мне он понравился. Так что такие вот дела. Друзья, ну что, буду я заканчивать свое видео. Давайте еще раз прожмем лайк, подпишемся на канал. До новых встреч, до следующего видео. Напоминаю вам, что видео выходит каждый день. Каждый день я играю на новом каком-то бойце, прокачиваю, собираю кубки. Какое-то новое событие. Ну, мы играем каждый день в новое событие, проходим его. По одному разу сыграем, на выходных там другие события добавляются, мы также в них играем. Смотрим, как я играю, вы, может, пишите в комментариях, как вы играете, сколько в роборубке продержались, сколько там еще где-то, сколько у кого кубков заработали на броке, кто сколько заработал с первого раза на броке, ну, если там сыграть 5 каточек, кто сколько заработал кубков на броке, ну и тому подобное. Как бы любая информация по броку будет интересна. Так, ну что, друзья, всем пока, всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока-пока.